Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Ну что сказать, голище! Кстати, этот парень дело-то свое отлично знает. Не первая его передача такая. Идеальное исполнение. Видно, что на тренировках времени даром этот парень не терял. И подача туда, в сторону ворот. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. С ворота. Гол! Возможность забить. Стойко помогает мячу попасть в ворота. Гол! Вратарь как будто пытался угадать, в какую сторону полетит мяч. И штанга вдруг вратаря его тоже не выручила. Надо было ее перед свистком хоть погладить или поцеловать, как это делает голкипер Артем Ребров. Сейчас она явно сыграла. Все в итоге замечательно. Гол забил, и это главное. Называйте это как хотите, а у меня просто нет слов, даже междометий. Это просто человек-гол. 100% реализация моментов. Пробить бы! Весь стадион выдохнул. Бей! Как тут было не ударить? Ну, получилось все в итоге замечательно. Гол забил, и это главное. Называйте это как хотите, а у меня просто нет слов. Даже междометий. Это просто человек. И сегодня у него залетает буквально все. Гол! Счет растет, разрыв растет, и вратарь не может ничем помочь своей команде. Да, бывало, что он спасал, вытаскивал матчи, но вот сейчас совсем другая история. Он бьет. Ох, какой гол! Какой гол! Счет растет, разрыв растет, и вратарь не... Совершенно другая. И продолжаем.